мероприятие у нас является традиционным. Это мероприятие встречи с послами Белорусской торгово-промышленной палаты, встречи с бизнесом, членов палаты с послами. Проводится более 10 лет. Сегодняшний день нам заявилось 52 руководителя данных учреждений Республики Беларусь в различных странах. И интерес к такого рода мероприятиям, он не спадает. Заявки от бизнеса на встречу с послами и обсуждение вопросов подало более 200 белорусских предприятий. Поэтому я полагаю, что такого рода встречи они очень важны, как для дипломатов, которые понимают чаяния белорусского бизнеса, так и для белорусского бизнеса, которому важны обсудить вопросы для экспорта товара, выстраивания логистических цепочек, прочих вопросов для увеличения экспортного потенциала предприятий. Ну, это поворот в белом ТПП, можно сказать, в таком треугольнике, на чем это поначку? Ну, ТПП, можно есть слово медиация, но в данном случае был ТПП, это как раз таки одна из вершин того треугольника, которую мы сказали. Мы оказываем содействие бизнесу, мы оказываем содействие в повышении экспортного потенциала. Мы взаимодействуем как с отечественным бизнесом, так выстраиваем взаимодействие с нашими дипломатическими представителями. Если говорить о тех функциях, которые выполняют, только части функций, которые выполняют торгово-промышленный палат, например, выставочная деятельность организации, делает визиты за рубеж, которые способствуют повышению экспортного потенциала белорусских предприятий, то здесь важно, чтобы три вот этих звена четко сработали. Белорусская торгово-промышленная палата организовала выставку, дипломатическое представительство там, на местах, в стране проведения, организовали местных представителей и, безусловно, желание, умение нашего отечественного бизнеса участвовать в выставке и продать свой товар. Ну как получается? То есть, очень неплохо получается. Я вам скажу так. Много говорят про санкции, закрытость, там, попытку закрыть белорусское государство. Но вот сегодняшняя встреча и то количество, которое стало 52 посла, это, на мой взгляд, хороший ответ тем, кто полагал, что Республику Беларусь можно изолировать от мировой экономики и мировой торговли. Что касается той же выставочной деятельности, вот первое полугодие 2023 года у нас беспрецедентный рост участников, соответственно, подписанных контрактов на выставке, которая организована Белорусской торгово-промышленной палатой. И еще одна цифра, которую назову. Белорусская торгово-промышленная палата выдает сертификаты происхождения. Это те сертификаты, которые использует бизнес для экспорта своих товаров. Так вот, если до 2021 году мы выдавали сертификаты в порядка 150 стран, в 2022 году небольшое снижение, порядка 140 стран, то только за первое полугодие текущего года мы выдаем более чем 130 стран мира. Вот по этим цифрам тоже можно судить, удалось изолировать белорусские предприятия, белорусскую экономику от мировой торговли и мировой экономики.